Что же кушает на прогулке маленький капуцин по имени Алекса? Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных. Выходя с Алексой на прогулку, я всегда беру ей что-нибудь перекусить, потому что обезьянки кушают достаточно много и часто. Так что же можно взять на перекус для маленькой обезьянки? Подходит, в принципе, все, что можно предложить маленьким деткам. К примеру, вот такие фруктовые колечки для детишек от 6 месяцев. Они без сахара и достаточно полезны для маленькой обезьянки. При этом они еще и очень вкусные и нравятся не только Алексе, но и остальным нашим членам семьи. Обычно обезьянки на прогулке очень активные, бегают, прыгают, скачут, но не в тот период, когда у них есть что-то вкусное под рукой. Единственный шанс усадить обезьянку на место и чтобы она немножечко отдохнула, это, конечно же, дать ей что-то вкусное. Как вы, наверное, сами заметили, с маленькими фруктовыми колечками Алекса сидит достаточно спокойно. Ей, конечно, интересно все, что происходит вокруг, но уходить она никуда не спешит. Кроме каких-то таких детских перекусов, можно взять еще и фрукты. Мы взяли сегодня для Алексы банан, а в качестве питья маленький детский сок. Сок Алекса научилась пить из трубочки достаточно давно и очень быстро. Поэтому беру специально вот в таких коробочках, она выпивает такую пачку сока за прогулку. Поэтому это достаточно удобно. Детские лакомства, фрукты и, конечно же, сок. Это именно те продукты, которые мы берем с собой на прогулку для того, чтобы Алекса могла перекусить, и мы могли бы погулять гораздо дольше. Обычно, погуляв часа два, после этого у Алекса наступает вот такой вот полдник, наверное, его так можно назвать. Она покушает сейчас, наберется энергии и пойдет гулять дальше. Лазить по лесенкам, прыгать по деревьям, ну и, конечно же, бегать по травке. Маленькая домашняя обезьянка Алекса сейчас перекусит и пойдет дальше гулять. Ну а мы надеемся, что вам понравилось наше сегодняшнее видео и оно было для вас интересным. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает наш канал, ставит нам лайки, пишет нам очень добрые комментарии и делится нашими видео в соцсетях. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных! Здоровья, удачи, счастья и отличного настроения вам и вашим близким! Всем пока! Мы вас очень любим! Ну а в следующем нашем видео вы обязательно увидите продолжение этой прогулки.